Соперник Уфы за выход в групповой этап Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» прилетел в столицу Башкортостана поздним вечером, менее чем за сутки до матча. В уфимском аэропорту ажиотажа не наблюдалось, но приехали футбольные болельщики, однако не поклонники «Рейнджерс», а главного тренера Стивена Джерарда, легенды английского «Ливерпуля». За «Ливерпуль» я болею уже более 12 лет, и как бы всегда была мечта увидеть именно Стивена Джерарда, потому что это всегда был мой самый любимый игрок. Он, как капитан Ливерпуля, был просто лучшим. Перед жеребьевкой я буквально молился всю ночь, чтобы именно на пару Марибор и Рейнджерс Уфа попадала. Я лично приехал из-за того, что являюсь, наверное, болельщиком Ливерпуля с 15-летним стажем. Прежде всего, встретить легенду, встретить главного тренера футбольного клуба Рейнджерс из Глазго Стивена Джерарда. Ну и вся эта атмосфера, которая сейчас царит в Уфе, действительно такая непревзойденная, наверное. Сразу после прилета команда отправилась в гостиницу, где состоялась предматчевая пресс-конференция. Искусственный газон не проблема для нашей команды. В Шотландии также есть команды, которые играют на подобном покрытии. Также для тренировок у нас есть искусственный газон, и в настоящий момент это не имеет значения. Конечно, все понимают, что это возможность пробиться в Лигу Европы, и этот матч будет серьезным и важным для команды. Мы готовы, игра завтра все покажет. В 11 утра о настроении команды в преддверии исторического матча рассказал главный тренер Уфы Сергей Томаров и капитан команды Павел Аликин. Получается, что завтрашний матч у нас самый важный в истории футбольного клуба Уфа, потому что мы можем пройти в следующий этап, групповой, и тем самым еще дальше продвинуться. Поэтому так можно сказать, в принципе. Нужно предельно сконцентрироваться на завтрашнем матче. Думаю, каждый понимает из игроков, что очень важнейший матч. И мы сделаем все для победы, чтобы пройти групповой этап. Я думаю, болельщики помогут завтра. Будет полный стадион. Так что все в наших ногах и руках. Исторический матч состоится уже сегодня. На стадионе «Нефтяник» подопечные Сергея Томарова будут бороться за право выступить в групповом этапе Лиги Европы. Жарко обещает быть не только погода, но и сам матч. Увидеть противостояние можно будет в прямом эфире на нашем телеканале. Начало 18:50. Айгуль Изяпова, Артем Кочешев, новости Уфа.